пугалицо. Парень все-таки кто-то такой. Куда летит? Я не договорил, да постой. Куда ты ищи? Все твои пределы отстой. Куйка домой. Это детка, хоть со мной. Чу-ку-чу. Давайте разберем, кто виноват и в чем. Чу-ку-чу. Привет! Это «Еще не дуть» и рубрика «Чё почём». Погнали по новостям. Джаями и Бояр Бородиев наконец-то выпустили клип. Трек «Город на Неве». Одна из первых песен, к тому же, хит группы. В клипе много крови и убийств. Что? Смотрите на YouTube. Город на Неве, мы хотим везти. Души на восток. Устреми твой ветер в далекий Бангкок. Город на Неве, мы хотим в тебе. Макс Хавень тоже выстреливает с клипом. Съемки закончились, и скоро мы его увидим. А пока... Время словно воды, недопитый сосуд. Время словно песок. All Native Production 29 октября выпустят клип на трек «Ты так юна». А пока у нас есть мяско. Ты так юна, детка, детка, ты так юна. Детка, детка, на пути очередной фрешмен. Он крутой, но я устрою ему флешбэк. Украду тебя под этот музон, уведу заветный кусок. Желаю ребятам удачи и продакшена уже наконец. Новости кино. Павел Шиповалов перестал гнать в полнометражку и начал снимать сериал. Сейчас идет кастинг на все роли. Ищут девушек-близнецов, пухлого мужчину и мальчика 8-10 лет. С актерами работает сам Николай Николаевич Гадомский. Режиссер, на минуточку. Эти ребята умеют в кино, а вы можете научиться. Максим Юсупов готовится презентовать новый фильм. Это «Врач 3». Сам Максим рассказал, что сюжет очень провокационный. А еще будет картина «Красная зона». Нет, не про тюрьму, а про врачей, которые бились и бьются с коронавирусом. Metal Band Lace Raid в новом выпуске «Еще не дуть». Ребята рассказали, зачем 5 35-летних мужиков играют тяжелую музыку. Ну и вообще мы круто и интересно пообщались. Увидите в ноябре. Или для коммерции, короче, делаешь, или чисто, чтобы кайфануть. Как хочешь, борись с этими двумя аспектами. Можно же и кайфовать, и бороться. Пробуй, пробуй. Все же в твоих силах. Мне не хватает этого, да. Вот яркий пример тебе. Смотри, ты можешь набрать аппарат хоть и там на 10 миллионов, но сможешь ли ты им пользоваться? Это уже другой вопрос. Я себя не считаю оппозиционером. Мне просто не нравятся определенные вещи, которые сейчас происходят. А этот выпуск «Чё почём» мы снова снимаем в концертном зале «Родина». 22 октября здесь открывается 20-й концертный сезон. И караоке-шоу «Будем петь». На этом абзац. Всем огня! Чу-ку-чу, давайте разберем, кто виноват и